Че, все, пойдем на задание. Пойдем на задание, но рекламная пауза состоялась. А, вниз. Че? Не, я говорю, нам вниз. Нам вниз. Поставьте другое задание, ребят. Какое? А кто у нас глава? Я. День матери есть и стрелок. Да. Найдите, давайте найдем оружие. Нет, нет. А нет, че? Нет. День матери. День матери. Мы его уже начали просто делать, понимаешь? А на мяч! Будем последовательно. Да. Итак. Вы, кстати, обращали внимание вот на этот мемориал? Смотри, о! Тут люди. Люди? Что такое спасение? Спустить выжившего? Что? Нажмите H. Давай, это тоже. Ребят, быстрее его грызут, я вижу, как его раздирают. Я тоже вижу. Твое приглашение других игроков. Давайте. Так. Убивайте его кто-нибудь. Готов за... Все, поехали. Помогай! Ё-моё. Все, получилось, вы проиграли. Вау. А вы чё? Победили. А куда мы бежали? Едить! А чё надо было сделать-то? Надо было его, короче, спасти, кто больше урона нанесет зомби, которым он атакует, тот и... Пойдемте, это, я поставил метку, пойдемте. А он наличку дает. О, парни, стойте, смотрите. Если честно, это какая-то тупость была. Смотрите сюда. Чё это такое? Ой-ой. Световая ловушка. А-а-а. Нифига всё. Блин. О, нифига. Стоп, а как ты активировал? Ну, просто подошел и букву В нажал. А, еще смотрите, что могу. Так вот, оп. О-о-о, нифига гон. Смотри, что я могу. Смотри, что я могу. Да, это я уже давно могу. Так берешь и башку разбиваешь. Че? Гоу на миссию. Кстати, а я могу? Ладно, ребята, гоу на миссию, гоу на миссию. Гоу. Слушай, а когда... Падла. Никсирена, безопасная зона. Нам набузили себе уровень. Да, давайте активируем. Так. О, тут люди. А нет, зомби. Это зомби. И пнул его такой, знаешь, типа, чё? Зомби. Сейф. Какой зомби? Что-то место это далеко не сейф вообще. Ну, она сейф зона, просто ее надо типа очистить и... Да нафиг, пойдемте на место. В смысле нафиг? Чё, очистим, что ли? Конечно. Да мы все попутно делаем. Так, вот смотри, красавица. Смотри, красавица, чего не нравится, я лишь хотел тебе понравиться, она тебе... Кстати, зомби тут что-то типа... как в этом... В Resident Evil 5, там же тоже были такие африканские темы, мотивы. Африканцы? Тут бразильцы, скорее даже. Бразильские зомби. Тут футбол, они, наверное, помешаны на футболе, да? Да. Чисто вот футбольный мяч тебе в лицо прилетает. Давай, головой в мяч. О, все, закрыл. Вам все. Какой закрыл? Я закрыл! Они там стоят. Просто взял его там. Смотри, сколько их там у входа. Они стояли, пили меня. Но тем не менее зомби туповатые, вообще просто такие тупые. Это вообще круто. Но опасные, если честно. Если количеством берут, то это просто удаление. Мне очень нравится, когда они падают и запинаются всякие штуки. Очень нравится. Очень круто. Так, я так понял, сейф зону мы разблокировали. Да. Нам 1000 опыта дали. Да? Да. 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 Так, фонарь. И уже так вот. Я надеюсь, ночь тут не быстро настанет. Ну, она сюжетная, понимаешь? Тут она просто... Смотри, так... куда я забрался. О, я могу электротрубу сделать. Создать. Наконец-то хоть что-то скрафтить. Где она? Вот она. О, да, Таиланд. Просто. Здрасте. Разработчики, кстати... Что, в автобусе, что ли? Смотри, тебя там запрут. Разработчики, кстати, просили, прям умоляли, чтобы игроки не называли Dying Light Dead Island, типа, не путали. Пацаны, ну это Dead Island. Да, ну пацаны, это Dead Island. Но она красивее и немного доработаннее, вот именно в плане паркура мне очень нравится. Даже если ее сравнивать с тем же Dead Island, то ничего. О, ты смотри, сколько их на шоссе стоит. Вообще, там смотри, там Dead Rising начинает. Где наши состояния? Вон, там, вон слева. Вообще, я тут лезу, короче. Где? Скажите мне. Тут координатов нет. Ты видишь меня? Вот вам, видишь? Прямо перед тобой.
Сейчас. Лёва, ты где? Я в автобусе прям. А тогда Лиз где? Я в сейф-зону чищу. Понятно. Пошёл. Что вам хочешь? Где ты? Вот ты смотришь, вот ты не дашь. Да, я смотрю. Смотри. На тебе. Ты оружие меняешь. На. Пошёл отсюда, безбилетник, мать ты. Безбилетники. О, нифига. Пошёл. Загорятся, нет? За проезд, мать ты. Один, да, упал что-то там. А ладно, там... второй. Так, что у нас есть? Что интересно? Так, держи. Только я держу. Понимаешь, тут даже когда стамина кончается, тут можно пинать зомби, как в Dead Island. Ну да. Так, все, нормально. Пацаны, выжившие, где тут? Я к вам бегу! Так, займите безопасную, принять участие. Чем принимаем участие? А чё нет? Ладно, принимаем. Блин, ты, кстати, не вовремя. Я уже зачистил эту зону и сейчас походу заново. А пофиг. Так. Ну да, я уже всех убил их. Бита зомби. Бить больше зомби, быстрее. Больше зомби убиваю. Больше где? Кто? Вон. Зомби! Так. На тем. У меня поцарапан. Пинай его. Я победил. А ты скотина. А, лол! Так потому что ты до этого зачистил, что ли? Нет, я убил последний. Ты видишь сатет внутри? Да, по-моему, еще сатет. Я сейчас возьму, ребята, там пипец, за мной целая толпа бежала, я же испугался. Давай. Зомби. Так, и че вы там? Кого там? Донимаете? Все. А где статуэтка? Уровень. Левел ап. А, ну там экспириенс просто. Вот статуэтка, я не мог. А, вот все взял. Сладости. Ням-ням. Какие еще сладости? Дай мне. Я тут сладости нашел. Не дам. Я найду тебя и заберу. Животик спрятал. Сейчас он твой животик. Вскрою такой. А, нет! Что ты делаешь? Так. Мне нравится то, что здесь лутать можно. Пускай даже они однотипные, но, блин, все равно смотрится круто. Mm-hmm. О, тут, короче, ящички можно взломать, ребята. Это да. Зомби лупасить пропало вот сюда, какие крутые. Так, тебя чиним. Блин, такие тупые придурочные. Щит. О, я косметику взял, ребят. Воу. Вот okay. Здесь я открыл эти самые замки с отмычками. Идите, берите. Где? Вот где я. А где ты? Воу. Тупал такой. Защитите меня. Блин, а как вверху здесь? Сейчас защитим. Да, где ты там у нас? Сюда, мать вашу! Ты какой-то здоровый чувак. Вот его, убей. Ну, какой-то... Да, Лёва, давай, толкни, я пока взломаю. Получай. Дай. Ой, а мы тебе друг друга-то бить не можем, да, по сути? Нет, ну да. Ранить. Сука, я уж три отмычки сломал. Сейчас ты там борзишься, дай мастеру, блин, ломастеру. На, открывай. Слушай, он такой крупный, грубо габаритный дядя. Пауэрлифтер, что ли? Что такой нормальный парень? Тем не менее, он такой неповоротливый вообще. Готово. Молодец. Ни хрена, он... Улучшение оружия, паладин. А, ну я думал, зомби готов. Блин. А у меня кофе здесь лежит. Ага. Зараза. О, блин, фига, я ему подошел, прописал такой, зубы выбил. Так, это что? Силовой кабель. И марли. Да. Смотри, сколько здесь лута валяется, боже мой. И шкаф. Блин, смотри. Ты когда-нибудь сдохнешь? Чего он такой? Вот именно я говорю, что если им не в голову бить, они какие-то вообще живучие. Лупи его, да лупи. Ладно. Он жив, еще жив. Офигеть. Капец, если его убить, то столько экспы, наверное, будет. Я думаю, нам пора идти делать квест. Ну не может быть! Ну не может, на тыре, че он такой... Такой бугай вообще жесткий. А че там
внутрь идти? Он не умирает, Лёва сзади. Лёва сзади. Пошла отсюда, я тут развлекаюсь, блин, с большим дядей. Резольно. И химикаты. Капец, слушай, я уже всю трубу сломал нахуй. Какая ж фигня. Не понял. Чё, мне шины юзать? Что-то мне подсказывает, он тупо не может быть убит нами, потому что мы еще мало уровней. Может. О, ты это видел? Смотри, смотри, что с ним происходит. Ааа, по черепу. Бегаечный ключ поломал уже. Она у меня забожилась, короче, она прыгает. Господи. На тебе. Что с ней происходит? Ты, у тебя тоже это? Ну она у меня на корочках ходит. Не-не-не, она у меня, короче, прыгает, знаешь, как это, блин, застревает. Че там фигня творить, а? Короче, пойдем лучше к ребятам, а? Тут, ну, там, сейчас... Я вообще никого... А, у нас оружие сломано. Так это-то ладно. Нифига. Это что было сейчас, он мне... Ладно, пойдем. Он меня так чисто перекопал, что... О, он меня кусает! Все, уходим, нахрен. Вам сзади! Вон они. Ах ты, колснул меня. Гайз! Здорово. Что интересно, как ночью убегать от... Он вампу упустил. Да? Фига, гон. Все, капец тебе, укушен. Это самое интересное, блин, вы пропустили. Так, а у меня изначально был укушен. Да-да-да. Вот, кстати, есть в этом какая-то фишка, что изначально ты укушен, так что можешь не переживать, что тебя укушен. А у вас горит. Так, варпач, не отбегай. Не теряйся. Вы в тоннеле, да? Да, мы в тоннеле. Видишь? Так. Мне нравится паркур здесь. Тобой? Хоть он маленько деревянный. Погнали! Утверждайте. Что такое? Так, видишь. Погнали. Я завис. Быстрей! Все, быстрей, подтверждайте. О, Лиса там беда с коннектом. Да, Лис... Ой, да, Лис... Ну чё, они рядом ходят, блин, и мы ждем пока. Ну чё, погнали, братаны. Так, подождите, мне надо оружие сделать. Я так не могу драться. Иди ты нахрен! Ублюдок, черт! Я умер в первый раз. По сути, вот пачку крипов... Ой, крипов. Крипы. Пачку зомбарей убиваешь, и столько лута, вообще жесть. Да, лут не очень. Блин, ты запарил, ходить тут, горел. Это кто тут трусы достал? Вы их убиваете, а я их это... А мы все равно лут на всех делится, то есть как бы это... Да? Каждый может лутать одного, да. О, нифига, вот это эффект. Капец. Это у меня какая-то, короче, гаечный ключ какой-то модный. Он им с одного удара черепа разносит. Оп. Оп. Опа, чирик. Опа, чирик. Сейчас что, я... лучше 15 баксов или доска с гвоздями? Я лучше разберу доску с гвоздями. Если, кстати, знаете, в чем прикол еще есть? Что если ты не полутал зомби убитого... Да, остается от него типа лут. Да-да-да, это круто. Лут остается. Что, не нравится, что ли? Мне нравится. Скажи, красавица. Чего не нравится? Я всего лишь гаечным ключом тебе поеба. Хочу понравиться, да? Хочу понравиться тебе гаечным ключом. Бихи 90-е, короче, в Dying Light. Да. Все, идем. Нам 60 метров. Лис, ты где, рядом? Я прям перед тобой. Вот все. Погнали, погнали. Чё это тут за свёртки кокаина? Это вот, смотри, блядь. Это кокаин. Отбирай, да-да-да. После трупаков остался... О, ого, смотри, он из-под машины! Господи! Твою мать, он меня за ногу схватил! Жесть, это было прикольно, я видел. Что, есть чё внутри? Так, ну вот что интересно. Так. Ой, там ещё пачка, ну пойдёмте нафиг их. Нам вот сюда. Вау! Ой, тут много целей, 3 цели аж, чуваки. Спокойно, все, без паники. Так, куда мы двигаем? День матери. Во, вы не можете активировать вот здесь ничего? Могу. Вот. Ну а зачем активировать? Идите хаты проверяйте. Это ловушки для ночи вообще сделаны. Ну да. То есть так, а что у нас по времени, кстати?
Кто там пришел? Так, я не могу часы глянуть. Зажимайте аж. Пока что ничего не выскочило. Ни одного, что ли? Вы зайдите в зону вот. Или вы здесь? О! Черт! Я в мусорный бак прыгнул. И он-то один остался. Так, вот я тут. Мусор! Все нормально? Все нормально же. Знаете, тут ничего нет. А вы без меня, короче, походу начали. У меня даже ничего не выскакивало. Странно. Капец, а тут ничего нету, лол. Тамади, юни. Ну тут ничего, ну нет. Бабаваны. Барахольщики. Вот это, кстати, с дверью. Здесь кто-то есть. Интересно. Потому что я остальные двери проверил. Гази, is anybody in here? Гази, есть кто дома? Блин, ну это, по-моему, квест уже. Это уже ночью тут. Да, такое. Да, это квест. Подожди, но у нас состязание идет. Сначала лучше его сделать. Ну да. Ну походу я выиграл, да? Я собрал единственные предметы, которые тут были. Типа того. Ну хрен тебе. А, нифига себе, на 140 ты нашел. Сейчас поищем. О. Похалова. Похвала. Нет. Или что-то в таком духе. Гамбургер. Да! Да! Птички, заходите в дом, я здесь открыл. Тут такое вкусное помещение, тут очень много вкусного лежало, я все это съел. Блин, вот эти состязания, это, конечно, прикольно. Да, разнообразивает игру, как ты знаешь, играешь так скучно, потом давай все искать. Да не, мне не скучно. А вот, да, то есть тут еще соскучиться, умудриться надо. Ну, я имею в виду, вот, нет, а вот рутины потом не будет такой. Ну да. Так, стоп, это сюжет, дверь? Да, это сюжет. Тогда надо подождать наших ребят. Хотя я взломал, давайте идите сюда. Мы не сможем, наверное. Сову и поел. Сможем, тут тетка должна быть. Почему у меня вот в этом доме показано? Ведро. А, ну где-то там. Выносное. А, ожидание других игроков для продолжения, парни, сюда. Сюда? Пойдем к ним. Вот сюда, ко мне. Let's go! Так, where? ОМОН или да? А вы что думали? А вы что думали? То есть я просто так дверь взломал, что ли, здесь? Да. Мочка. Две двери целых даже. Блин, мне нравится твой импровизированный молоток. Ой! А, он и так молоток. Ой! Далеко даже не импровизированный. Прикольно. Он ломается и его ремонтирует. Давайте, все сюда. Какой молодец. Ой, грибы. Где у нас? Вам, нажми Б. Я грибы нашел. Он там грибы нашел. Что за электричество? Это у меня. Это у него электрическая что? Труба. Фига ты где такой. У меня такая же есть, это можно скрафтить. А, блин, у меня нету ингредиентов. О, у меня есть неиспользуемые очки навыка. Что ты говоришь? Ну все, мы здесь. А ключ он по роже хочет? Сим-сим, открывайся. Что вы творите? Ну, Сим-сим. Алло! Сам постучался такой, да? Nobody happy. Мама happy. Happy. Me too. We have the same name. Are you from the video что? Store? No, my name's Crane. Немножко Crane? Такой. Crane runs with train and brain and sane and brain and rain and Hussein Partvein, Blintvein, Drumstein, Einstein и прочим Stein name. Тут сам юмор в этом языке идет. Impossible. Да. Impossible. This is my special day with mom. It's Mother's Day. Он заглянул к чьей-то мамке. Are you from the video store? Из видеопроката. Why do you keep asking me that? Because you're supposed to bring my movie about me. It's called Charlie. And it's all about me. And how smart I am. Look, Gazi, if I bring you your movie, will you let me come in? Sure. Then you could watch with us. It is Mother's Day. And if Mama ain't happy, не удивляюсь, что его мама уже мертва. And she also wants mommy, no chocolate. Happy. Nobody happy. Mama wants chocolate. No, wait a minute, that's too much. Хотите наведаться к мамочке, несите шоколад. That's what the drugstore people say. Понял, да? В доте надо что писать, этот шоколад твоей маме мне принес. Открывай дверь, сына. Раздобудьте особые шоколадные конфеты. Ставьте фильм Чарли. Валя. О, 216 метров и 256. My mommy no happy, nobody happy. Happy, mommy happy. Пошлите, чё. Такой парень вообще. It's my... Будем смотреть киношку и шоколадки. Забавно. Чё, идём опять назад. Ну, чисто а возраст. Знаешь, лички в воздухе летают, господи. Да. Только нафиг они нужны. Споры. Как ядерная зима.
Это споры, а? Знаешь, как... Мужики тусят. Ой, дамы. Такие паркурщики, просто гоп-отряд бежит. Справа, справа, смотрите, синий что-то. О, чувак слева, горящий. Оу, хелло! Здрасте. Что вы там нашли? О! Ох, нифига! Чувак, мы увиделись снова! Лёва такой сзади. Отойдите, как отойдите все. Так, отхожу, отхожу. О, это ты, конечно, красиво придумал. А есть там что это, кинуть в него, не? Но уже кинули. Не-не-не, в смысле кинуть, там есть же еще всякие бочки, не? Я вон кинул хлопушки. Воу-воу-воу-воу, ты полегче. Я поищу сейчас, может, что найду. Ну, давай, давай. Ну, пока его побьем. Так. Что же с вами делает, да? Нифига ты. Так, ну я знал, нифига, гон! Ты видел, как он с разворота это сделал? Нифига! Вот ублюдок. Надо зомбарей убить, ребят. О, он даже зомбарей бьет. А знаешь, с рук он бьет зомбарей. Я их там отвлек маленько. На улицу они идут. Во. Типа, ребята, давайте это. Там раздают. А, аж нажмите. Нажмите аж. Принимаем Прочно. Участие. Кто больше громили нанесет. Я так, победил уничтожьте вас. Уничтожьте громилу. Я победил вас. То есть можно, в принципе, эти задания выполнять даже. Меня быстрее, нет, нормальный парень. Вы проиграли. Эй! Я даже не пытался. Блин, он быстро так-то. А где его этот? Что у него есть? Понимаешь, Больше. Мы не могли его убить, но только испытание началось, мы его тут же просто убили. Где? Все хотят награду сильно. А где от него булава? Мне вот она нужна. У меня вот не было ее все время. Прости. Булава, скорее всего, ред. О, черненькая. Под машину ее запинал. Фига ты ее сломал. Развлекаетесь, да? Плохая. Не лезь ко мне. Офигеть. Бей, бей, бей! Так, тут все-таки еще остался этот. Теперь это его подружка. Ну так положили. Я залез, и тут на крыше торговец какой-то. Столько всего лута, это жесть. Там что-то редкое продает. Ну так. Ладно. И ни одного, кстати, еще огнестрела нет. Да, это пока рано, наверное. Нам надо основные миссии проходить, чтобы появилось больше всего. Или пистолет можно купить. О, так. А где вы, наверху? Это мы откроем, пожалуй. Я тут, да, типа, обменивался. С чуваком. О, здорово. О? Я тебе дверь открыл. О. Заходи, на здоровье. Затяните. Че? Затяните, прикол покажу. Хотите? Идите сюда. Сейчас, погоди, я тут заберу. Ты наверху? Нет, нет, вниз, да. Вниз идите. Сейчас идем. А, ну тут можно было электричество включить. Не-не, погоди. Лёва, смотри. Встань сюда. Встань сюда. Всегда в месте, где есть громила, короче, надо запомнить, есть какие-то такие штуки, которым его можно убить. Да. Слышите? Ловушек-то, в принципе, дофига таких. Да, пойдемте, все, хватит это. Пойдем. Электричество построено. А чё нафиг он нам нужен? Да обычный торговец, если честно. Ну давай посмотрим, что там наверху. Блин, вы-то быстро поднимаетесь, а я еще медленный. Простой короткий нож. Варпай, варпай, смотри, прикол, вот эту фигню, видишь? Где ты? Сейчас, подожди. Вот, ну вот это вот, да, стой, да. Смотри. Смотри. Нифига. Ты что сделал? С ноги. Я даже не знал, что она падает. Да. Ну ты... Это типа, если с высоты на нее упасть, то она порвется. Фига себе. А давай. О, ништяк, бошки разлетаются от ударов вообще. Нормально, мне нравится. Так, что мы делаем? Мы идем дальше на миссию. Мы идем дальше. Так, жить мне. Ты вообще ненормальный. Ты это знаешь? Пацаны, я тебя купил. Не норм. Ты мой черик забрал. С ноги пробежал. Блин. Похилимся. А ты уже здесь. Ребята, у меня уже 5000 рублей. Колючая проволока. 5000 долларов, точнее. Да фигня. Ты смотри, а то скоро инфляция, блин.
Да. Доллар уже будет дешево стоить. Фига. Ой, смотри, а справа видал что? Смотри, какая-то... это, Лис, смотри, я тебе сейчас сюрприз кину. На! Бум. О, норм. Так, есть чем подорвать эту штуку? Нет. Куда-то убежали так быстро, жесть. Я, короче, что хотел сказать. О, смотри, зомби. Что хотел? Там Wi-Fi. Вот видите? Wi-Fi? Так Wi-Fi это есть ли тут? Там антенка такая нарисована. Wi-Fi это есть этот выживший. А, пойдем поможем ему. Ну это продавец обычно, вот который сейчас был. Не. Думаешь? Я смотрел, ну, меня там на него привело. А, ну ладно. Ну пойдем тогда на миссию. Так, а случайная встреча там, а не это. Случайная встреча где? Это вот антенка синенькая была. Пошли посмотрим, нет? А где? Да пофигу уже, пошли. Исчезла уже, да? О, смотрите, да. Тут скелет нарисованный. Я думал, это труп лежит, во. А что тут внутри? Не знаю, но сюда явно можно упасть с высоты. Судя по обилию мешков, которые тут. А как сюда падать-то? Зачем? А вот туда надо вообще? Да я не знаю, вот с моста. Это надо на мост и туда прыгнуть. Да. Пойдем, пойдем уже по это. Пойдем. По этим делам. Не самым хорошим. Пойдем, пойдем. Гайс. Кстати, а урон-то я... Нет, я все-таки не получаю урон от Коли. Мужики. Офигеть, тут зомбарей. Это кто? Опять? Это Лис. А чё бы нет? Соберите самую ценную добычу, считай за каждый найденный предмет. Что ж, готовы? Она не открывается. Чё, пацаны, есть чулку? Вообще ничего. Вообще тут все подряд. А внутри много ценных предметов. Да, внутри должно быть много предметов. Туда можно забраться только с этого. Давай, давай. Ох, нифига ты там что-то нашел вкусное. Не. Фак. Блин, я добежал до сейф-зоны, где сюжет уже, зараза. А, блин. Ты что там нашел такое? Ты там ноутбук что ли нашел? Нифига себе. А что за фигня? Вам вообще умирает. Да, странная фигня. Вроде тыкал. Догоните теперь. Не, ты что там нашел? Unreal. Я что-то... сломал критерий. Да блин, дайте повиться-то. Так, раздобудьте что? Что-то мы, короче, выполнили задание какое-то. Фильм это, Чарли. Это состязание было. Фильм Чарли, да. А ведь сегодня я достал шоколад, который нужен был, он был тут. А, понял. Все, гоуна другую. Забрать-то все. Подлетел такой или чистого. Ты открыл? Я открыл, да. Фак! Ну чё, кофе? Силовой кабель. Я так полагаю, расходные материалы, те, которые мы берем, чтобы крафтить, они вообще бесконечно могут в инвентарь класться. Да. Я иду. Кофе, кстати, подбирайте, оно сотку стоит. Кофе сотку стоит, прикинь. Тут кофе, я просто не представляю, сколько. Пацаны! Я нашел! Зомби полицейского, он палку кидается. Получай! Стопа, куда ты выкинул? Хера, я кофе. Без билетника! Пошел отсюда! Я понял, на чем тут лист нафармился. Да. Так я взломал, говорю же, эту штуку. Алло. А, во. Фармился, так? Лис, я нашел твоего приятеля. Пошли вон отсюда! Лёва в автобусе прижали. Ну, что-то как-то... Хотя кто уже на месте убежал? Всё, убегаю нахрен. Меня бьют, я только успел хп восстанавливать. Фух. Я чуть было не помер нафиг. Вот это что ли? Да. Бей мента. Ой, отмычку на какую-то хрень начал крафтить нафиг. Беззаконие! Лазь! Лазь, говно! Что? А там давай, вон это, смотрите, бил костюмах даже трое.